Беба и баба – два крастикраба. Бжопа и попа – два бегемота, допустим. Биба и Боба – два долнобойщика. Вот. Запоминайте все ваши кодовые имена. Если вдруг ситуация выйдет из-под контроля, будем звать друг друга по кодовым именам. А сейчас, дети, у нас с вами очень ответственное и очень сложное задание. Ограбить банк. Вот. Даже не то, что ограбить банк, а просто забрать мои деньги, которые находятся в банке. Короче, сейчас вам объясню, вы мне в этом поможете. Все, давайте все за мной, медленно. Как бы банк же закрылся 2 месяца назад, когда началась вот эта красножопая ветрянка из-за карантина. А мы-то ролики записывали все это время и выкладывали на YouTube. Сколько же я роликов выложил? А деньги-то капали, бабосики, бррр, вот это монетки капали, но я не мог забрать деньги, потому что банк все это время был закрыт. И сейчас, детишки, вы мне в этом как раз-таки поможете, учитывая то, что в банке никого нет, а я тыкаю и левой кнопкой, и правой кнопкой тыкаю, не могу открыть эти ворота, потому что как бы хранилище закрыто. Вам очень сильно повезло то, что вы такого маленького роста. Видите вентиляцию? Ваша задача пробраться через вентиляцию в хранилище, найти там какую-то кнопочку, чтобы открыть вот эту дверцу, чтобы мы зашли и забрали свои же заработанные деньги. Потому что я через эту вентиляцию вряд ли смогу протиснуться. Всем все понятно? Дядя Эдик! Дядя! Ай-яй-яй, детишки, детворишки! Ну тогда запендюхивайте сракостанцию, вентиляцию, идите ищите кнопку, чтобы открыть дяде Эдику проход в хранилище. Команда мечты просто. Да я с этой командой все банки мира просто ограблю вот так, на счет раз, два, три. Видите, как все просто. Сразу же, моментально. Без вас бы, детишки, я бы в это хранилище никогда в жизни бы не зашел. Едрить ты колотить. Но мы, дети, здесь ничего не трогаем, золотые монеты не трогаем, вот это украшение за 1 000 000 баксов не трогаем, мы забираем только свои вот эти 4 прицепа с баблосиком, потому что банкир всегда мне доставлял деньги именно в прицепах. Один полностью забитый прицеп, второй, третий и четвертый. Я что-то даже не знал, то, что у меня здесь так много баблосиков-то накопилось за это все время. Все, дети, смотрите, просто берете прицеп и тащите за собой вот так из хранилища и оставляете его вот здесь. Давайте, что на месте-то стоите? Дядя Эдик, мы маленькие, мы не можем. А, ну да, у вас же вот эти лапки, ну, в смысле, ручки маленькие, да? Ну ладно, детишки, тогда я сам все вытащу, вы просто здесь наблюдайте, чтобы никакая полиция сейчас не пришла и не посадила дядю Эдика в тюрьму. Хотя как, сейчас полицейских вообще в городе нет, все, наверное, на карантине. Все, дети, выходите, молодцы, справились, ограбили банк. Какие умнички. И последний прицеп вот сюда. Давай, Ванчос, сейчас пойдем к бабке Ёшке. Возможно, она приготовила для вас уже новые зелья, чтобы превратить, ядрить, колотить вас из лилипутов в нормальных людей. А то она попросила, чтобы мы сдрыснули от нее, потому что она там варит зелья и не хотела, чтобы мы ее отвлекали. Поэтому, детишки, сразу забегайте в гараж, и бабулька бросит вас новое зелье. Я очень сильно на это надеюсь. Милок, я все сделала, сейчас должно точно помочь. Ну смотри, чтобы прям точно помогло, а то если они меньше еще станут, чем они сейчас являются, то тогда они уже атомами станут или куда-то в квантовый мир попадут, как в этих Мстителях. Все, Геннадий Петрович, вылезай оттуда, все становитесь в один ряд, бабулька, бросай зелье. Где Геннадий Петрович? Туда иди к ним, становись. Давай, бабуль, 1, 4, 8! Ага, выходи на улицу, давай, но если сейчас не поможет, тогда я уже не знаю, что нам поможет в этой жизни, честно, если сейчас что-то пойдет не по плану, ты залазишь в этот, вот этот котел, я с тебя делаю зелье, и тогда бросаю в них, и вот тогда 100% должно помочь. Ух, молись прям, молись, бабуль. Давай, бабуль, открывай. Тихонечко, заходи. Ну, как бы прогресс-то уже есть, вы хотя бы микробами не стали.
Ну чё-то вы немножко вот это выросли, молока дома перепили, да, по маминым советам, и немножко кость широкая стала. Так, все на улицу! Все на улицу, быстро, выходите! И только аккуратно, очень громко не топайте, а то землетрясение начнете, гиганты переростыши. Бабулька, ты иди дальше зелье вари! Так, дети, стоп, слезли со скамеек, сейчас переломаете пополам, если по ним будете прыгать. Все станьте возле меня, дедик нашел вам еще одну новую работу. Возвращаемся обратно в банк. Все же помнят то, что я только что 4 прицепа вытащил. Ну так вот, ваша задача, дети, вернуть эти прицепы на родину, домой. Заходите вот в банк и вытаскивайте их. Вот они вот там находятся. Давайте. Ну, там как бы дверь была, можно было через нее зайти, но ладно, вы бы, наверное, в нее, да, не поместились. Все, давайте, детишки, выходите и тащите все прицепы ко мне в гараж. И вот там оставляете. Вот, а вы говорили то, что вы бесполезны. Да как хорошо вы мне помогаете с этими прицепами. Вообще, с этим всем ограблением моих же денег и из банка. И вот, пожалуйста, затащите, оставьте там прицепы и молитесь за эту сраную бабку-ёшку. Бабуль, я только что притащил 4 прицепа с баблом. Если ты сейчас сделаешь нормальное зелье, да я тебе пол прицепа бабок отдам. О, вот это хорошая прибавка к пенсии. Все готово, держи. Главное, чтобы вот это все работало. Дай сюда зелье, я сейчас брошу. Так, детишки, все в ряд, выстроитесь и ловите зелье. Давайте, на счет 1, 2, 4. Давайте, в принципе, сразу. Опа, вот так. Закрываем вот эту шайтан-машину. Бабуль, залазь в котел. Залезай в котел. Залезай, сейчас не сработает, я сразу же супчик начинаю варить. Залезай в котел. Пошли, я не смотрю, я не открываю глаза, потому что я знаю, что все там хорошо, Все, я могу открывать глаза. Опа, где вы? Бросай зелье. Бросай зелье! Выходи. Пока, клоны. Ну ты тупая бабулька, честное слово. Ну как вы там? Все хорошо? Да ядрить ты, колотить! Дядя Эдик! Вот это, наверное, единственный момент, когда мы видим, что мелкий начал разговаривать. Ну слушайте, я одного-то мелкого, это шкета, еле как терплю вредную задницу, вот этот шестерых я точно терпеть не смогу. Бабуль! Кидай зелье. Держитесь, мелкие, все будет хорошо. Надеюсь, сделай зелье нормальное. Ну, с богом. Заходи. Какая-то попытка, 15-я. Ну, не знаю. Кошмар! Бабуль, бросай зелье! Бросай зелье, давай быстро, я трубил! До свидания, маньячины! Этот фак, убить, что сосики... Ты дуриманда! Ты угробить нас всех хочешь! А в следующий раз, когда мы туда зайдем, кем они станут? Тиранозаврами? Или кем? Или кинг-конгами? Сделай нормальное зелье, пожалуйста! Милок, не дави! Я сама не понимаю! У меня осталось еще одно зелье! Ну давай, что ты путишь, карга старая? Открывай уже ворота, наконец-то! Я уже не знаю, чего там ждать. Если оттуда сейчас... Ай, матерь святая моя! У меня есть один знакомый, который просто обожает коров. Душу дьяволу за коров продаст. Был бы он здесь, наверное, забрал бы вас всех домой и доил бы из вас молочко. Но нет, бабуля, это не подходит. Мне не нужен вот этот зоопарк ходячий. Выбрасывай еще одно свое последнее зелье, и все. Если не получится, тогда делай их обратно детьми хотя бы. Ага. Это муа, как говорится, или му, или что у вас там? Не, бабуль, я сомневаюсь, что это все поможет. Если ты криворукое зелье нормально сделать не можешь, то призыв какой-то сатаны непонятный точно не поможет. Открывай лучше ворота. Давай. Заходи.
Ну хотя бы плюс один в этом всем есть. Я это все на видос записываю, залью на YouTube, завируситься-то как в прямом эфире. Все вот эти мои бывшие друзья становятся ёптыж-моптыж хрюнделями, мертвыми лошадями, ламами, с вот этими чики-бомбони и вот этим... Так, дети, все на улице, мне нужно поговорить с мамой Еленой Ветрянкиной, потому что тупая какая-то сегодня. Выходите, идите сюда все за мной, и давайте, учитывая, что вы все животные, попасите здесь немного, покушайте травку, вот это покакайте, вам надо же выгулять вот этих... Это скотобаза просто у меня личная есть. Бабуль, ответь мне на один вопрос. У тебя старческий маразм, что ли? У тебя шифер вообще тронулся, чердак протек, я не понимаю, что с тобой происходит сегодня? Ты здесь бабка-ёшка или кто? Да ну нафиг это все! Держи зелье и прощай! Куда? Какое зелье? Если оно не сработает... если не сработает... Ну все, дети, мы в дерьме, как говорится. Слушайте, все, хватит пастись, покушали травушку, муравушку, заходите обратно все в гараж, у нас последний вариант, если он сейчас не сработает, то вы навсегда останетесь тем, кем вы сейчас, в кого вы сейчас превратитесь. Главное, когда будете превращаться, вы в камеру смотрите, то как бы ролик там записывается, ага, ну ловите. Если это не сработает, тогда я не знаю, что сработает. У меня еще последний вариант. Это моя вакцина, которая еще осталась с красножопой ветрянки. Может, ее попробовать выкинуть в них? Я не знаю. Пожалуйста. 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 Если меня слышит прямо сейчас бог Майнкрафта, я тебя умоляю, чтобы мои друзья стали хотя бы, я не знаю, такими, как были раньше. Я не говорю лучше, чтобы они в жизни стали хотя бы такими же дебилами, как были до этого всего. Пожалуйста! Ну, хотя бы, дети, вы вернулись, все хорошо, вы больше не овцы, вы больше не чики-бомбони, не все нормально, разговаривать можете, прыгать можете, да? Дядя Эдик, я соскучилась! Вот, все хорошо, а сейчас, дети, произойдет то, станьте просто все вместе, произойдет то, в камеру надо смотреть, настал тот момент, когда нужно прислушаться к мнению подписчиков. Ведь именно подписчики писали в комментариях, что, мол, Эдисон, выброси вакцину, последнюю, третью, возможно, она сработает. Потому что первые две вакцины как бы вылечили от красножопой ветрянки, но в то же время превратили всех в детей. Поэтому это самый ответственный момент за весь сезон жизни ютубера. Если эта вакцина сейчас не сработает... Тогда в этом городе я останусь до конца жизни сам. Дверь закройте, что вы тут гаражом балуетесь? Закройте дверь. Станьте все в ряд, в кучу станьте. Держитесь за руки, возьмитесь все за руки, если, конечно, можете. Я просто бросаю вакцину и молимся, не знаю кому, святым куриным яйцам, чтобы все произошло нормально. Жду минуту и захожу обратно. Собаки-попусяки! Живы? Здоровы? Геннадий Петрович, Леночка Ветрянкина, Маргарита Степановна, Бомжара, Ванчос немного подрос, такой же, как раньше был. Ты немножко оброс, у тебя, походу, борода и погуще стала. Чё вы, как? Что я? Где я? Я в раю? Сколько лет прошло? Не, ребята, все хорошо прошло, всего лишь неделя, где-то полторы, не переживайте, выходите все сюда, выходите. Вы себе даже не представляете, сколько всего мне есть вам рассказать. Вы же, наверное, ничего не помните с того момента, как только заразились этой красножопой ветрянкой. Господи, помилуй. Я предлагаю завалиться прямо сейчас в мою хату и отметить просто по-жесткому, потому что я уже даже не думал то, что вы когда-то станете нормальными, обычными людьми. Михалыч, ты что там завис? Давай, заходи! Опа! Рассаживайтесь на диван, на... Приплыли ядрить, колотить. Аленка! А когда мы там...
снизу в моем гараже две серии зависали, я обратно всех превращал то в свиней, то в куриц, то в нормальных людей. Ты типа не слышала? Если мы про тебя забыли, ты не могла туда прийти? Ты же взрослая! А я и не хочу быть маленькой. Мне нравится быть взрослой. Ну, ты понимаешь, что это ненормально? Ты с Ванчосом встречаешься, ты посмотри на него и посмотри на себя. Аленка, милая, пошли домой! Отстань от меня, молокосос! Ты слишком маленький для меня. Ванчос, ты это, не печалься, все будет хорошо, наверное. А что нам с Аленкой-то делать? Не, в принципе, мы ее и такое можем оставить, но это как-то неправильно, мне кажется. Помянем Ванчоса. Ванчос. А, вот и Аленка вернулась, а ты парился, одумалась все же. А ты еще кто такой? Здорово, батя! Мяу!